Всем привет, друзья. Татьяна в городе Москве, Ставропольская улица. Вот такой большущий дом. Мимо пройду. Вот такая вот вокруг Москва. Рано утром, 8 утра. Уже не очень рано, рабочий день начался у кого-то. А я тут иду в поликлинику Семашко. Потому что это железнодорожная поликлиника, которая мне направление врач в РУЗу давал. Вот вчера выписали, все удачно, все хорошо было в РУЗе. Ведь направляли же выписку, и что там дальше делать? Может, крем какой-то назначат, это к врачу надо отнести. Вот, и мне получилось талоны на 8.20, и вот я только вчера домой приехала, еще чемодан до конца не разобрала, а уже нужно сумку собирать. В Москву ехать вот по врачам сразу, иначе если я должна выйти на работу буду, то это уже завтра, когда успеть. Вот один день, который на выходной по рабочему графику приходится понять, лечусь я так, совмещая это с работой, или там еще что-то найдут серьезное. Не, вообще есть, что нужна операция небольшая, но она не срочная. Ее можно откладывать. Вот я ее откладывала. Как бы, может, самой не хотелось. Терпимо было. Но вообще, пора менять работу, устроиться в другую организацию в связи с получением образования, повышением квалификации. Более интеллектуальная будет работа. Но как уходить? Просто не просто так, а вот то, что принесло, это удар по здоровью, вред здоровью, работа на железнодорожном переезде. Вот первую хроническую подлечили, но я там постаралась по совместительству. Зубы же не проверяют, да, у медкомиссии пока не проверяет, но они нужны. Зуб поставить, вот, вес снизить, это обязательно нужно, когда вес чересчур, вот. Ну ладно, это уже забор Семашко. Вот, Семашко, чтобы идти быстрее. Я сейчас уже как бы сказала свои дела. Кому интересно, конечно, вот это слушать, расскажет женщина 50+. Что приходится делать работающей женщине? Ей придется лечиться, если она вкалывает на особо трудных работах. Вот. Народ, вижу, бежит в поликлинику. Ну, может, работники на смену медицины. Может, пациенты среди них. Вот я пациент. Ну, как бы Москва в этом районе Люблино. Вот так вот по утрам выглядит. Большущие дома. Плюс на том же месте, за тем же забором, поликлиника РЖД имени Семашко в Люблино на Ставропольской улице, на той же территории. Также остановка расположена. Вот. Из новинок, чего раньше не было, вот, допустим, щиты вот эти информационные. Управа района Люблино информацию размещает. Такие вот объявления. Вот штраф можно обжаловать дистанционно дальше даже. Вот. А из новинок самокаты везде появились, но не в этом, конечно, году, и в прошлом их было дофига самокатов. Вот. Позапрошлым средства индивидуальной мобильности. Как бы о, стоит прям даже офигеть, как он стоит. Ну, то есть вот место видно, да, для них вот эта черная штучка, вот ваше место, но они их даже вот так поставили. Спешил кто-то сильно.
А, человечек едет, курьер. Это электровелосипед, типа колхозника у него название. Потихонечку так едет. Педали крутить не надо. На батареечке. Ну, все время думала покупать, такой не покупать, но дороговато было по стоимости. И по моим средствам никак не накапливалось на электросамокат. Вот. Ну, вопрос открыт. Вот, пока открыт. А, там огорожено, как детская площадка огорожена. Такие же автобусы синие вдоль большущего белого дома. Вот приметы о времени: такси, такая желтая, и Яндекс.Такси белая с желтой полосой. Как бы, ну, действительно выручает. Нас вчера из РУЗа вез тот местный из села Покровска таксист. Прям так вот хорошо довез вовремя. Прям всю дорогу свою знает. Прям только привез, электричка приехала. Вот, чтобы не стояли зря, не ждали. Вот. Но мы всегда хотим заранее, думаем, где же он, пораньше приехать. Лучше мы будем стоять на этой платформе, пускай даже минут 10, ждать электричку. Ну, а это мы женщина, потому что две женщины ехали, у меня попутчица была хорошая женщина. А он-то мужчина, успею, я знаю, а что там стоять-то, подвезу прямо к поезду. Только зайдете на платформу, ух, талончик взяли. Вот, и поезд ваш. А тут клиническая ЖД медицина Семашко. Вход, шлагбаум от машин. Кто-то на шлагбауме и здесь стоит. Какая-то вот там это такая, как беседка, беседка. Метлой шуршат. Но это не для меня вход. Это для машин. Для меня нужно обходить еще дальше вдоль забора. Потому что там будет регистратура, можно взять, будет к своим врачам талончики. Так. А, там еще вот физкультурная просматривается. Вот. И даже человечек с утра зарядочку делает утреннюю. Молодец какой. Подкачивает. Вот. Ну что, милая картина, правильно. То за здоровьем следит, то меньше будет к врачам ходить. Молодцы. Больше в жизни успевать. Ну, один он. Где другие люди живут? Там много рядом людей. Не, вполне такой комплекс спортивный, лавочки рядом, и елочки. Вот. И тут же для детей. Вон там так площадочка детская просматривается. Вот. Для детей. Вот это вот. Так, ну ладно, друзья. Так, немножко продолжила снимать видео, комментировать. Так, а мне нужно уже все чуть-чуть побыстрее, поэтому идти без телефона, без разговоров. Поэтому. Вот. До свидания, всем до свидания. Пока-пока.